Сатрена 29. Год рождения ваш? 68. Место рождения? Город Люблюс. В Москве давно находитесь? Когда как, периодически. Последний раз, когда приехали? Когда выезжаю. А где же выезжаю, приезжаю. Угу. Где живете? Королеве. Королеве. Вы судимы? Да. По какой статье? По российскому законодательству? Или по российскому, украинскому, грузинскому. Угу. Последний судимость ваша? Не помню. А год? Тоже не помню. Я помню. Вы к ворам в законе отношения имеете? Какая вам разница? Нет, вопрос оперативный. Какая вам разница? Фамилия имеет или судья? Я вам говорю, с кем отношения нет. Ага, я понял. Ну тогда судимости скажите, сколько у вас? Знаю, штуки 2-3. Штуки 2-3. А за что, помните? За кражу. За кражу. И такой вопрос. У вас кличка или прозвище, псевдоним есть какая-нибудь? Откликайтесь на какую-нибудь. Ну, вас знают под ней. Эдик вам достаточно. Эдик, да? Я понял. Наркотики принимаете? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я понял. А в Грузии где живете? В каком районе? Жил. В каком районе? На третьем месте. Угу. Я понял. Повернитесь, пожалуйста, в профиль. Опять ко мне. А наколочки есть у вас какие-нибудь? Так, чтобы можно было сразу обнажить. Есть, хватает. Так. Мне бы посмотреть их снять. Вы как? Для учета нашего. Долго все будет, да? Хорошо.